Всем привет! Мы своей небольшой скромной компанией. Можешь помахай ручкой. Помахай. Да, я тут. Ну, помахай ручкой. Да. Мы своей небольшой скромной компанией в лице Маржа, Милки и меня. Не знаю, как меня назвать лучше, New Big Girl, наверное. Решили поздравить всех сотрудников и посетителей Геймзета с наступающим 2013 годом. 2012 был достаточно сложный год, мы даже пережили конец света. Да. Вот. Удачно, вполне. Познакомились со мной, например. Я познакомилась с такими замечательными людьми. Вот. Давайте говорите что-нибудь, Жанна. Чё, ты же там слова какие-то написала себе. Давай, продолжай. Не-не-не, у меня слова закончились. А, все уже, что ли? Ну, я-то тоже не готов. Ну, он следующий, он мелкий пусть говорит. А, ну да, ну, всем привет. Всех. А чё, сегодня 31 или... А, 31, да. 31. В общем, с наступающим Новым годом, дорогие друзья. Вот. Хочу, чтобы вам всегда везло. Да, всем должно везти. Значит, хочу, чтобы всех или всем... Да, всем. Всем в этом году сопутствовала удача. Всякие скилловые пацаны в команде, например, попадались почаще. Как что там еще? Поменьше крабов в тиме. Вот. Чтобы свет не выключали во время игры. Не знаю. А, ну, чисто лолерское поздравление получается. Чисто такое по-братски, лолерское, шикарное поздравление. Ну, в общем, главное, чтобы у вас все было хорошо, чтобы не болели. Вот я заболел сейчас немного. Вот. Чтобы отметили Новый год. Ну, можно пить, можно не вот пить. Вот это нужная вещь. Ну, смотри, кому как, смотри. 31-го надо, когда пробили бокалы, там, ой, эти... Нет, ну, конечно. Эти, как что там... Немножко шампанского можно выпить. Ну, в общем, старайтесь в Новый год не за компьютером сидеть, а где-нибудь за столом. Где-нибудь валяться на скамейке. Ну, Марш, да, Марш по собственному опыту предлагает. Не, ну Новый год, ты чё, я... Не, давай, Маш, всё, я тебе эстафету передаю. Ну, я тоже хочу поздравить всех с Новым годом, с наступающим, или наоборот, уже кто будет смотреть после, ну, если туда дотянется до компьютера. Ну, тоже хочу всех поздравить. Вон, мне даже заставили вебку включить, так как я вообще никогда с вебкой ни разу не стримил. Даже слова мне не написали никакие, приходится что-то сейчас говорить. Ну, чё ещё? Ну, тоже желаю вот эти все стандартные фразы. Ну там здоровья, счастья, денег, там, что в новом году было куча всего, забытые вот эти гадости, что были в прошлом году, все трудности оставить в том году и в новом году пойти, ну типа вперед, без всякой, ну не знаю, короче, без оставьте всю гадость в том году и в новом году, чтобы у вас все было нормально. Давай. А что еще сказать, я даже не знаю, ну она не что-то... С Новым годом на иврите. А на иврите с Новым годом типа не говорят. Но я могу сказать на иврите Шана Хадаша. Ну это просто как Новый год. Говорят Шана Това Ваметука. Это типа с Новым годом и с медом. Я не знаю, почему так израильтяне говорят. А потому что у них символ года это яблоко в меду. Яблоко в меде, да. Но так как это Израиль, у них Новый год в сентябре. Чего? Да, они в сентябре празднуют. А мы сейчас Новый год. У нас в Израиле даже снега сейчас нету. Поэтому у меня даже обстановка ни елки, ни снега, ни салюта, ничего не будет. Не, ну у меня вообще тоже елка прям. Это у вас. Так что, блин, я вам завидую, я уже 7 лет снега не видел. Так что я хотел бы появиться где-то рядом со снегом, с елкой, салюты. Ну. Да. Ну, я, наверное, закончу это все. Буйство просто фантазии от двоих замечательных людей. Тем, что действительно пожелаю всем нового года, удачного Нового года, чтобы все пережили 1 января. Вот. И в новом году успехов, достижений больших. И удачи. Да, всего самого наилучшего, всем друзья. Пока. С Новым годом! Давайте, ну да, помашите руки. С наступающим. Давай, махай! Давай, не, вот так. Давай, все. Все, поздравляю. С Новым годом.